Приветики! Меня зовут Вероника, и я 2 года занимаюсь стипластикой. Я пробовала заниматься другими видами фитнеса и йогой, но было все равно что-то не то. Быстро перегорала и бросала. И было как-то скучно на занятиях, чего-то не хватало. Сейчас я, когда хожу на занятия по стрип-пластике, я хожу с огромным удовольствием. Когда занимаешься, ты чувствуешь себя более женственной, пластичной, более уверенной в себе. Появляется хорошая растяжка, гибкость, мышцы всегда в тонусе, и у меня всегда хорошее настроение. Живу и работаю я далеко от Квинс, ходила в другие школы танца недалеко от работы, но, честно говоря, мне не очень нравилось. А в Квинс мне нравится то, что у каждого инструктора своя приятная и особенная хореография, у каждого она разная, у каждого свой стиль, у каждого свои фишки. На каждое занятие ходишь с огромным интересом и узнаешь что-то новое. Когда я только пришла в студию Квинс заниматься, я попала к инструктору Ольге. Она очень внимательный и заботливый инструктор, дает хорошие упражнения на разминку, хорошее кардио, интересные связки в партере. Сейчас я занимаюсь у Екатерины. Она очень позитивный, светлый человечек, дает позитивные эмоции и на хорошей ноте проходит занятия. Она также дает хорошие упражнения на растяжку, разминка, и у нее интересные хореографии, интересные связки. В Квинс ты всегда можешь найти людей, близких к себе по духу, подруг, общаться и быть вместе с ними в движении. Ты всегда можешь найти тренера себе по душе.